Очередная сессия на выставке World Food закончена, и мы имеем возможность пообщаться с модераторами. Давайте познакомиться. Это Алексей Прохоров и Иван Скворцов. Здравствуйте, Алексей, Иван. Добрый день. Добрый. Расскажите, пожалуйста, о целях данной сессии, ее теме, и были ли выполнены задачи поставленные? Мы уже собираем третье такое подобное мероприятие. В этом году мы получили более 30 заявок. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Отобрано было 7 проектов. Я надеюсь, что каждый из этих проектов сможет получить инвестиции, за которыми они к нам приходили. Но уже в ходе этих событий и этого события мы видим, что внутри началась коллаборация между участниками. Они все обменивались контактами, находили какие-то совместные будущие проекты. И я считаю, что это уже большой хороший результат. Есть что добавить, Алексей? Присоединяюсь к Ивану, что действительно вот эта модель сотрудничества, модель создания, по сути, прямо в реальном времени экосистемы среди различных участников пищевой промышленности, и мы это видим в различных проектах, и даже сегодня мы в этом убедились снова. Можно у вас уточнить, Алексей, более подробно о вашей роли на данной сессии? Ну, вообще, Bestseller Group, наша группа, она с 2005 года занимается тем, что развивается только в области вот, пищевой индустрии, в основном в сфере фудтех, и она развивается все эти годы не только в территории нашей страны, но и в других странах. Таким образом, осуществляется более быстрый, более эффективный трансфер проектов, идей, инвестиций, технологий. И благодаря вот этой нашей большой такой сети, понимание всего ландшафта пищевой промышленности и там потребления как на территории России, так и во всем мире, мы, во-первых, знаем, что правильно, как быстро что-то сделать, и мы это легко отдаем своим партнерам, своим контрагентам и участникам всего нашего периметра активности. Поэтому и сегодняшняя сессия, она является просто продолжением одной из регулярных активностей, где мы помогаем нашим партнерам, нашим скажем, проектам, в которые мы тоже сами верим и видим грамотные, все подготовленные решения для создания нового продукта, новой технологии, новой концепции даже, там, продаж или вот, создания даже экосистемы. Мы помогаем им выйти на правильную площадку, мы помогаем им подготовиться с выходом и сопровождаем их дальше при работе с потенциальными инвесторами на разных раундах инвестиций. То есть мы сопровождаем любого, ну, давайте возьмем любой стартап фудтехи с самого начала до самого победного конца. У нас есть даже цель, это не мечта даже, а вырастить вот из тех стартапов, которые рождают в России, в данном случае, единорогов. То есть единорог считается компанией, у которой капитализация больше миллиарда долларов. Вот. И мы считаем, что мы можем это сделать. И встретимся с вами через несколько лет здесь же. Уверен, что встретимся. Иван, Алексей, хотел бы у вас спросить, что дает вам эта выставка? И вообще сложно ли модерировать такие крупные информационные поводы? Мы довольно давно ведем подобные мероприятия, поэтому, конечно, сложностей никаких мы не видим. А для нас это большая возможность пообщаться с аудиторией, пообщаться с новыми проектами, пригласить старых друзей из крупных корпораций, из крупных ритейлеров и на одной площадке всем вместе обсудить какие-то проблемы, в данном случае презентовать инвестиционные программы. Нет, все. Тогда что, мы договорились, через пару лет увидимся здесь же и будем наблюдать за единорогами. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания.